Сегодня 23 сентября 2016 года, пятница. Ну, после работы в обед еду и мимо загона, который делали. Что интересно, все до одной коровы, быки, все лежат. А дальше, вот который загон старый был там, но они лежали наполовину погруженные в грязь. Видите, как скотина отдыхает. Это отражается на всем. Ведь каждый день ты едешь. Около 50 жердей тут мы готовили. И Никита идет шариком каждый раз. А ну-ка, бегом бегите. Бегать. Никита бегает здорово. От пас до обеда сейчас с нами работать будет. Только что позвонили из Казахстана. Какая-то женщина ходатайствует. Уберите ролик Саварбека Алмазова Джабраиловича. Такой покосник. Всякую мерзость выставлял. Ну, занялась прокуратура республики, и сразу и ходатай наш. Я говорю, а вы знали, что он вытворяет? Режет голову с фотографией, представляет к блудным там событиям. Уж никак не ждал. Раз ходатайствуешь, значит, он тебе нужен. Видимо, там какие-то работы идут. Вот здесь что у нас? Овечки. Овечки. И хорошо. Ничего нет особенного. Просто это мой труд. Мы это делали. По-другому смотришь на все. А одно дело, когда ты просто свидетель или турист, паломник. Другое дело, когда ты участник. Когда ты садил, растил, строил. Вот сегодня мы покажем, как строим. Сейчас выправляем склонившийся, 13 лет не было хозяев, сарай, не задевая его, и как скрывается этот порог. А он привязан к рельсам, и он устоит. И устоит, и будет дальше служить. Ты посмотри, пойди там. Во, как осыпалось. Ты смотри, он поднял его маленько. А где ребята-то? Есть кто? Пойдем. Сантехники. Видишь, что? По-деревенски это называется туалет. Вон, видишь, сколько осыпалось. И все туда, яму-то засыпало все. Это он, Володя, сейчас что укрепляет. Пойдет, вплотную, пойдет, может быть, трактор подержал, а? Пойдет вот так? Пойдет. Ну все, пошли. Все, день закончился. До понедельника теперь. Нет, я вечером пойду закончу. Я же не оставлю таким. Оно уже провалится все. Ты что? Ну сам смотри. Никто тебя заставлять не будет. Время кончилось, пятница, уже 7 часов. Пошли домой. Все, с Богом, благодари. Пеки пироги. Вот тут дорожка к нам. Тут у нас склад. Ласточки живут здесь. Пустые бутылки, бумага. На растопку. Все это мне давал директор алтайского издательства «Правда» Грохотов Владимир Георгиевич. Прекрасный человек. А то у нас здесь все в порядке. Я здесь как мимо не прохожу, так на меня шерсть постоянно нападает. Так вот давай сейчас сделай это, смотри. Вот здесь вот на стол. Два штуки сидят. Ну, на них. Я не могу нащупать их. Где они здесь? Так вы удалите. Вот они.
Ну, вот поставить здесь эту липучку. Может быть, прилипится. Какой день. Мы напилили большую кучу. Да, я видел. Видел. Ну что, гнилье. Усыхало мой голос. Белая. Вон рыжка идет. Рыжая тоже услышала. Ох, она ее навстречу. И буска выскочила. Буска, моя буска бегает, а. О, подрастает буска. Ну все, все на этом. День закончился благополучно. Шарик. Взять тебя, Шарик. Ой. Радости-то сколько. Каждый раз в обед и вечером берут на прогулку его. Ног под собой не чувствует. Любят его все. Но до того умный песик. Приблудный совершенно был. Все, помчался. Буска моя, буска бегает, а.